11 хайлайтов прошедшей недели АБЛ начинает СПБ экспертиза. Мясников забивает двумя руками в проходе. Пространство нашел и завершил. На 10 месте Антон Ваулин. Дед Ваулин останавливает молодежь из Олимпик Лайонс. Сыграл Антон на выходных великолепно. На 9 месте Илья Зайцев и его атлетичный блокшот против Коробейникова. Еще раз смотрим. Смахнул красиво. На 8 месте Александр Голова. Не самый габаритный, но посмотрите, какой прыгучий игрок. У Flying Fox действительно летающий. На 7 месте снова Айова. В этот раз Егор Янзин. Хорошая передача, но Янзин останавливает эту атаку. В краску, когда там стоит Егор Янзин, не зайти. На 6 месте Владимир Васин. Тоже блок со спины. Вот это да. Васин еще и вложился, размахнулся. Получилось красиво. На 5 месте Оскар Пупкявичус. Перехват и данк двумя руками. Оскар не стал щадить команду Fireball за ошибку. На 4 месте Леонид Тарасов. Полуфиналы Лава были красивыми. И этот блок с отскоком от щита выглядит очень здорово. На 3 месте Андрей Прохоренко. 1-0. Бежит и с размахом одной рукой заносит сверху. Для него этот данк обычный, но как красиво получилось. На 2 месте Камиль Абдулаев. Айова забирает все лавры. Какая передача была от Ильи Зайцева. Камиль постерайз оформляет. Ну и на 1 месте алиюб и снова Илья Зайцев, но уже в другой команде. Main Red Close. Шикарный навес. И Зайцев, конечно, его ловит. Навес низенький, но Зайцев его ловит. Вытягивает руки, а там уже, ну, суммарно, рост Зайцева плюс руки — это 1,04 м.